Сегодня мы с вами поговорим о коробочке Viva Beauty Box. Они выпустили свою коробочку must-have'ов. И если вы не сильно любите в целом видео о коробочках, не спешите выключать, потому что содержимое конкретно этой коробочки вас может очень сильно удивить. По крайней мере, я считаю, что вот именно этот выпуск заслуживает внимания. Можно получить крутейшие продукты просто с огромнейшей скидкой. Вернее, для меня лично эту коробочку сделал всего один единственный продукт. Сейчас я вам покажу его. Но перед тем, как мы перейдем к обзору содержимого, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы уже подписаны, нажимайте все-таки на тот колокольчик, чтобы YouTube вас оповещал о выходе моих новых видео. И тогда вы меня не потеряете, всегда будете в курсе всех бьюти-событий. Viva на самом деле выпустила два бьюти-бокса. Первый, вот тот, который я вам показывала, который выглядит вот так вот. А второй, он как раз-таки, мне кажется, и заслуживает ваше внимание. Стоит он приблизительно $25, и в нем вы получаете вещь, которая одна единственная стоит $50, и я сейчас говорю о Fore Luna. Это конкретная версия Play Plus. Я когда увидела вот эту малютку в списке того, что можно получить в этой коробочке, я просто была в шоке, потому что на самом деле действительно Fore даже в такой маленькой версии Play Plus стоит $50 на официальном сайте, и вот я так пошерстила по интернет-магазинам, цена в принципе так и есть, то есть нигде дешевле я его не нашла. Если вам было интересно, что такое Fore, если вы хотели это попробовать, то сейчас, мне кажется, самое лучшее время. Не такой он большой по размеру, как их просто стандартный Fore Luna или Luna 2, по-моему, они сейчас называются. Тем не менее, мне кажется, для того, чтобы понять и попробовать в целом этот девайс, то мне кажется, этого вполне достаточно. Я им пока попользовалась всего несколько дней, может, дней 5 им попользовалась. Мне очень нравится, как он очищает кожу. Кожа после него действительно более гладкая, нежели если умываться просто вот с помощью рук. Я и дальше им буду с удовольствием пользоваться. Кстати, у него отдельно нет зарядки, он работает от мизинчиковой батарейки, то есть когда уже заканчивается у него заряд, тут нужно болтики раскрутить и вставить новую батарейку. Просто я слышала от кого-то, что они одноразовые, что, мол, когда закончится заряд, их надо выкинуть, но на самом деле нет. Я скачала инструкцию с официального сайта, и там указано, что нужно раскрутить снизу эти болтики, поменять батарейку, и все у вас будет работать. Дальше, если вы заказываете вот такую вот расширенную версию, вы получаете еще 3 продукта дополнительно, и среди них полноценная версия шампуня, это марка Кюль. Не знаю точно, как произносится эта марка. Шампунь этот для того, чтобы делать волосы гладкими и прямыми. Я попробовала его только один раз, вот сегодня. Не знаю, насколько у меня более прямые волосы, но мне кажется, что они действительно немножко более прямые и гладкие, нежели они были в прошлом видео. Потому что в прошлом видео вообще, когда вернулась из Франции, у меня абсолютно все стало более сухое, чем до поездки, потому что там очень жаркий такой вот сухой климат, и у меня кожа стала намного более сухая, и волосы просто в ужасном состоянии были, поэтому сейчас я стараюсь их восстановить. И мне кажется, вот уже сегодня намного лучше волосы выглядят, чем даже вот неделю назад, когда я снимала предыдущее видео. Не знаю, заслуга этого шампуня это или нет, но тем не менее, неплохой шампунь, пока ничего дополнительно сказать не могу. Хорошо пенится, приятно пахнет, буду дальше тестировать, и если уж прям такой замечательный, то я думаю, где-то в фаворитах или где-то еще вы его точно увидите. Также дополнительно вы еще получаете бальзам для губ, это бальзам от марки Apivita, это, насколько я помню, греческая органическая марка. От Apivita у меня был разный уход и бальзамы для губ в том числе. Этот конкретно вот такой вот розовый, по-моему, он вот именно с запахом розы. Мне запах абсолютно не нравится, я терпеть не могу запах розы, потому что он мне напоминает такой вот, знаете, бабушкин комод с косметикой, потому что в Советском Союзе, вот во времена еще моей бабушки, мне кажется, это была основная душка, вот эта розы была основная, и все пахло вот так вот, как этот бальзам для губ. Сам по себе бальзам, ну, обычный, не могу сказать, что прям очень хороший или очень плохой, вполне применимый для жизни, но мне единственное не очень понравился его запах. И также вы еще получаете 4-й продукт, это пробник от марки Агава, это увлажняющий крем,
ну, скажем так, ежедневный увлажняющий крем. Даже не пробовала его, потому что не хочу начинать. И такую миниатюрку, я думаю, будет хорошо взять куда-то, может быть, поездку небольшую. Вот это 4 продукта, которые вы получаете за дополнительную цену, если вы хотите приобрести вот эту расширенную коробочку вместе с Foray Luna. Если же вы не хотите покупать расширенную коробочку, а вам достаточно только содержимого вот этой коробочки, то я вам сейчас покажу, что там, собственно, находится. Первое, опять-таки, огромный полноценный продукт. Это у нас фиксирующий гель с блеском для окрашенных волос от Patrice Butte. Ну, как вы видите, это полноценный продукт, не пробник. Я попробовала один-единственный раз этот продукт. Не знаю, я, наверное, взяла его слишком много, потому что мне он немного как склеил волосы, и они немножко какие-то... Ну, у меня вообще, как я и сказала, сейчас очень сухие волосы, поэтому, возможно, на такой сухарь как бы даже не стоит пытаться пробовать это средство. Пока не могу сказать, понравилось оно мне или нет, буду пробовать дальше. Здесь, кстати, интересная упаковка, она вот так вот прокручивается и таким образом открывается, и дальше через вот эту дырочку вы наливаете сам продукт. Дальше попадается мне под руку опять-таки полноценный продукт. Это термальная вода от Pharmatase Cosmetics. Ну, в принципе, термальная вода, и в Африке термальная вода, поэтому если вы регулярно пользуетесь термальными водами, то опять-таки для вас это будет приятный бонус. А вот эту штучку тоже уже пробую где-то дней 5, вообще мне эта коробочка пришла где-то приблизительно дней 5 назад, и я ежедневно все пыталась попробовать, чтобы хотя бы какое-то первое впечатление вам рассказать, чтобы не просто было перечисление продуктов. Так вот, то, что я держу сейчас в руках, это... средство, которое называется «Пятки в порядке». Крем для огрубевшей и потрескавшейся кожи стоп. Начала тестировать я это средство, и, как я поняла, это не просто кремчик, то есть это реальное, скажем так, возможно, аптечное средство, которое нужно именно курсом применять. Его нужно использовать до 3 раз в день и минимальный курс 1 месяц. То есть только через месяц можно почувствовать какую-то разницу, что это средство вам помогло или не помогло. А дальше средство, которое я тоже сегодня попробовала у себя на волосах, и, кстати, оно меня удивило, потому что я больше возлагала надежд на вот это средство, потому что там написано для окрашенных волос, еще и придает блеск, поэтому я думала, что наоборот, на моих сухих волосах это будет очень приятное средство, но нет, вот это мне понравилось намного больше. Опять-таки, полноценный продукт. Масло-реконструкция для волос с легким фиксирующим эффектом с алоэ вера. Я сначала, когда прочитала описание, слегка так задумалась. Масло и в то же время с фиксирующим эффектом. Для меня это было пугающее вообще сочетание слов, но мне это средство понравилось. Сегодня я его использовала, волосы очень гладкие стали и одновременно очень приятные на ощупь. Ну, на мой взгляд, они не выглядят сейчас пересушенными. Понравилось мне это средство, буду 100% пользоваться дальше. Оно жиденькое, действительно имеет такую консистенцию... маслянистую, но в то же время волосы это не жирнит. Я все-таки прошлась вот так вот по кончикам и немножко даже на длину зашла, и мне в общем-то понравилось, буду пользоваться 100% дальше. Еще тоже мне здесь попадается помада от Mary Kay. Уже в какой-то коробочке раньше мне тоже попадалась эта помада, правда, в другом оттенке, и радует, кстати, что в другом оттенке. Сейчас мне попался оттенок Sunset Peach, это то, что у меня сейчас на губах. Это такой, знаете, как водянистый персик, оттенок водянистого персика. Помада не плотная, она создает вот такой вот увлажненный оттеночный эффект. Цвет симпатичный, полноценные продукты у нас с вами почти закончились, остались только миниатюрки, среди них вот такая вот мицеллярная водичка в миниатюрке, я ее протестировала один раз, на самом деле для мицеллярной воды у меня один самый главный тест, это снимает ли макияж глаз, мицеллярная вода, и щипит ли она при этом глаза. Эта мицеллярная вода, к сожалению, щипит глаза, поэтому я ее могу использовать только на лицо. Также здесь еще крем для легкости ног от Cedralex, и это опять-таки
такой, скажем так, лечащий скорее препарат, чем просто вот как обычный кремик для ног. Ни разу им не пользовалась, пока такой нужды нет. Здесь указано, что это средство увлажняет, охлаждает и создает легкость в ногах. Если у вас есть проблема с варикозом или просто усталость в ногах, то я думаю, что вы тоже найдете применение этому средству. Также здесь есть одна маска для лица. Это маска с зеленым чаем. И я здесь почитала описание, что она как раз таки подходит для того, чтобы снизить уровень жирности кожи. Для меня это не актуально, потому что кожа у меня не жирная, а наоборот, как я уже 350 тысяч раз сказала в этом видео, очень сухая, поэтому для меня это сейчас нет, но я думаю, кому-то отдам, кому это будет актуально, я думаю, спасибо мне точно скажут. И последнее, что в этой коробочке есть, это вот такие вот пробники, шампунь-кондиционер от марки Insight. Я, кстати, эту марку встречала у нас в супермаркетах и даже покупала шампунь от этой марки, там вот такие здоровые бутылки, и, кстати, стоят недорого, и при этом указано, ну вот как сейчас популярно указывать, что там нет минеральных масел, органические экстракты без парабенов, там без силиконов, они вызывают аллергии и 100% сделано в Италии, поэтому меня и заинтересовало, я решила взять. Тот конкретно шампунь, я уже даже не помню, какой конкретно он был, из какой линейки, но у меня не оставил, ну, никаких там особых впечатлений. Нормальный вполне шампунь для того, чтобы очистить волосы. Здесь мне удалось попробовать несколько вариантов. Первое, что я сразу взяла, это шампунь для сухих волос, то есть шампунь и кондиционер здесь вот так вот сразу были. Вот эти два средства мне понравились. Кондиционер сразу моментально вот так вот запечатал все шелушения, скажем так, всю вот эту вот ершистость пригладил волосы, поэтому понравилось. Здесь написано, что нет силиконов, поэтому я не знаю, за счет чего конкретно это было сделано, но вот для сухих волос мне понравилась эта серия. Также я попробовала серию, которая называется «Ежедневное использование». Она такая себе была, мне не хватило увлажнения, и еще у меня осталась неначатая серия для окрашенных волос. Для окрашенных волос, по идее, тоже должна быть немножко более увлажняющая серия, но посмотрим. Вот это, собственно, и все содержимое коробочки. Как я уже и сказала, для меня это лично уникальное просто предложение. Конечно, если вас Foreo Luna как в целом приспособление не интересует, или если она у вас уже есть, то вам, возможно, содержимое не покажется настолько интересным. Обязательно поделитесь вашим впечатлением от этой коробочки. Интересно вам такое содержимое, неинтересно? Чтобы изменили, чтобы добавили, возможно, тоже это пишите. Мне будет интересно услышать ваше мнение. На этом видео я буду заканчивать. Очень надеюсь, что оно вам понравилось и было полезным. Если так и было, конечно же, ставьте мне палец вверх. Мне очень будет это приятно. Подписывайтесь на мой канал. Не пропускайте новые мои видео. Для этого, как я уже говорила, надо нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И да, буду я уже на этом с вами прощаться, и мы увидимся в следующих видео.